Всем привет, вы на канале Crypto Commons, нас с вами уже 90 тысяч подписчиков. Если бы меня спросили год назад, Грин, что будет быстрее, 90 тысяч подписчиков или 90 тысяч за биткоин, я бы сказал, конечно, биткоин. И получается, что я бы ошибся, ребятушки, и да, такое бывает. Никто вам точно не может сказать ничего наперед и предсказать будущее. Это все фейки, все эти платные группы, сигналы и так далее, это просто конченый разводняк. И да, Грин ошибся, биток сейчас стоит 38 тысяч, а нас уже 90 тысяч. В общем, большое вам спасибо, ребята, за это, я ценю каждого из вас. Если вы еще не подписаны на наш канал, то обязательно ставьте лайк и исправляйте эту ошибку. Ну а мы погнали разбираться, что происходит на рынках. Да, ребята, это индекс доллара. Я не случайно с него хочу начать сегодняшний обзор, потому что он просто пиздячит наверх как ненормальный. Я извиняюсь за слово ненормальный, но я уже не могу на это спокойно смотреть. Тем не менее, что мы здесь видим, ребята, что он находится на относительных, конечно, но на хаях. Он находится на хаях и напрашивается уже здоровый откат. Посмотрите, как высоко мы над дневной сеткой MA Ribbon поднялись. Обычно, когда такое происходит, мы уходим, ну, как минимум до нее, на ее ретест, да, а то и в более затяжную коррекцию. Поэтому тут, как бы, смотрите, он, конечно, может еще выше улететь, но в целом, что мы тут видим, что, во-первых, желтая точка, смотрите, вот здесь у нас была желтая точка на нашем любимом с вами сайфере, и после этого, смотрите, как идеально она отработала наверх. Вот здесь у нас была желтая точка на сайфере, правда, вторая после вот этой, но обе они тоже, посмотрите, как отсигналили этот дивер и отработали наверх. Что происходит дальше, после того, как мы упираемся в это ключевое сопротивление, происходит отработка вниз. Поэтому, опять же, тут, конечно, тысячу дисклеймеров, но в целом, по логике вещей, ну, индекс доллара – это не то, что должно тузамунить безоткатно. Мы, по идее, увидим на нем коррекцию очень-очень скоро. Вопрос только сейчас или через еще одну шпильку. Вот. Криптоанархия. Смотрите, желтые точки на нем отрабатывают, это мы поняли, да? Теперь, интересное наблюдение. Биткоин-рубль. Сегодня человек скинул в чате. Биткоин-рубль, дневной таймфрейм, желтая точка. Опять же, посмотрите, прямо здесь, где мы сейчас, желтая точка на сайфере. Предыдущая желтая точка по биткоин-рубль была четко на вот этом дне. Посмотрите, как она идеально отработала. Мы сразу полетели наверх вот такой вот разволновочкой. Здесь у нас снова желтая точка. Ну, во-первых, тузы дно по рублю напрашивается уже. Ну, сколько можно тоже? Давайте посмотрим. Ну, это, ребят, это просто искусственная манипуляция. Вы должны понимать, вот этот доллар-рубль, вам никто не даст таких цен закупиться. Это просто разводняк. Вот это вот Бурдж-Халифа, которую они нарисовали, это тупо стрижка трейдеров. Надо это понимать. Поэтому доллар-рубль, конечно же, поведет себя вот так в какой-то момент. Ну, то есть, более плавно, если то вот так. Поэтому сейчас отличная, наверное, точка входа в доллар все-таки для валютных спекулянтов. Потому что, ну откуда там? Ну, слушайте, ну вы что, прикалываетесь? Это был просто пре-дамп рубля, как бы пре-памп доллара. Поэтому, вернувшись к графику биткоин-рубль, мы с вами можем видеть желтую точку, которая исторически должна отыграть вот так. Теперь по биткоину. Очень медвежий нарратив, очень медвежий сентимент. Я вижу, многие пишут: Грини, ты облажался, ты уже четвертый месяц всех засаживаешь в лонге. Вот. Ну, во-первых, никого я никуда не засаживаю. А во-вторых, чисто технически, по моей системе, это рынок бычий. Он будет бычий до тех пор, пока мы по биткоину с вами не перепишем лоу в 29 тысяч. Понятно, что если мы сейчас пойдем вниз и его перепишем, то будет уже поздно, вы скажете. Ну, здесь уже брать шорты будет точно поздно. Здесь, скорее, надо будет еще сильнее брать лонги, потому что это, скорее всего, будет ложный пробой с последующим тузамуном. Но не факт, что это произойдет, понимаете? Посмотрите на сентимент. Сентимент мега медвежий. Все выходят с рынка, кто только можно. Никто на самом деле уже не ждет тузамуна. Опять же, желтая точка к доллару у нас была только вот здесь. Посмотрите, как она отработала. Понятно, что ждем желтую точку здесь. Может быть, будет ложный закол. Но не думаю я, что нас пустят ниже вот этого лоу. Не думаю. Думаю, что мы останемся в этом гигантском бычьем флаге с последующим выходом из него наверх. Но руки, конечно же, чешутся, ребята, уже все закрыть, послать все нахер, потому что очень сильно потрепали нервы. В телеге вот я делал посты, что 38 тысяч по биткоину. На самом деле, рынок никакой не бычий, не медвежий. Мы стоим уже полтора года на уровне 38 тысяч, ну там 30-40. Но только год назад это было супер эйфория и жадность, а сейчас уже те же самые числа вызывают экстремальный страх и ощущение криптозимы. О чем, кстати, очень хорошо сказал Виктор Олегович Пелевин в своем романе «Крайняя битва чекистов с масонами». У нас в телеге, кстати, тоже где-то есть эта цитата. Вы можете ее загуглить вот так вот и сами прочитать, поставив на паузу. Я просто устал уже это зачитывать. Просто прочитайте вот этот текст. Вот. Потом
по ончейн метрикам по всем, опять же, как я уже вам сказал, что рынок технически бычий, да, но можно сказать, что это медвежий тренд в большем бычьем тренде, да, то есть у нас, ну, как бы биткоин стоил недавно 10 тысяч долларов, а 5 лет назад он стоил полторашку, сейчас он стоит все еще там 40, и мы стоим на этом уровне, то есть у нас внутри большего бычьего тренда мини-медвежий рынок, да. Кто-то считает его вот это, кто-то считает даже все вот это вместе с отскоком, который был выше. То есть тут двоякое мнение. Можно даже считать вот это все мини-медвежьим рынком. Ну, как минимум, он уже длится больше года в таком случае. Так вот, по ончейн метрикам это действительно так. По многим ончейн индикаторам, в частности, вот Dormancy Flow, это индикатор дремлющего потока с Glassnode, он показывает, что мы, смотрите, вот этот второй пик, мы его даже не переписали вот здесь. То есть здесь у нас падающая ситуация на индикаторе. То есть поведение схожее с медвежьими рынками, как вы можете видеть. Но при этом мы в этой зеленой зоне, которая исторически является самой пригодной для покупок, мы в ней провели уже больше всего дней. То есть мы уже в ней порядка 120 дней и все еще находимся. Такой длины нахождение здесь, в этой зоне реаккумуляции, еще не было ни разу. Посмотрите, 63, 25, 71, 8 дней и уже 120. Что говорит нам о том, что мы вообще на дне медвежьего рынка, как бы? То есть это ломает вообще все понимание того, что происходит. Рынок бычий, но мы на дне медвежьего. То есть о чем это нам говорит? Что по ходу все-таки мы с вами вообще находимся в новой фазе, где у нас не будет уже таких экспоненциальных всплесков и таких резких впадин. Все ждут, да, либо там 200 тысяч, либо 20 тысяч, а походу их не будет. Посмотрите-ка, мы по логарифмическому каналу, мы не дошли до пиковой зоны, даже близко, и не доходим походу, и не дойдем, может быть, до самой нижней зоны, а просто в этом флете будем стоять. Причем по логарифмическому каналу, смотрите, видно, что рынок-то на самом деле медвежий локально. То есть вот он больше бычий, но локально медвежий, потому что канал растет, а пики не так сильно растут и минимумы, поэтому они здесь видятся как будто бы понижающимися, да? То есть вообще просто смешанные сигналы. Но что меня окончательно сорвало башню, это видос Бенджамина Ковена, который я сегодня посмотрел. Возможно, ребята переведут его к нам на второй канал. Обязательно подписывайтесь к нам на второй канал CryptoCommons 2.0. Сейчас он появится у вас сверху, вот там, CC 2.0, где мы делаем для вас переводы топовой зарубежной аналитики, друзья. Обязательно подпишитесь. Так вот, что он там показал? Я сейчас попробую на пальцах объяснить в двух словах. По эфиру на недельном таймфрейме старый какой-нибудь график, например, Poloniex, чтобы видеть всю историю, в логарифмической шкале. Вот, посмотрите. Очень показательная история. Даже лучше двухнедельный таймфрейм взять, здесь еще понятнее будет. Посмотрите, по эфиру был знаковый момент вот здесь, в 2016 году, когда был такой pre-bull run, эфир сходил на 14 долларов, на 20 долларов, и у него была как бы повышающаяся поддержка вот такая, то есть он отбился сначала там от 6 долларов, потом от 8, потом от 10, да, такой бычий как бы, бычий флаг. Но в итоге смотрите, что произошло, он пробился вниз резко на 5, на 4 долларов упал, и потом только начался bull run. То есть у эфира внутри вот этого бычьего рынка, я думаю, вы все согласитесь, что это был бычий рынок по эфиру, но тем не менее, внутри этого бычьего рынка большего был мини-медвежий рынок, потому что эфир скорректировался на 75%. На 75%, друзья. Я так примерно накидываю, на самом деле на 75% он упал. То есть как бы нормальная, да, коррекция для бычьего рынка, но тем не менее мы потом выпрыгнули наверх. И посмотрите, что происходит сейчас. У нас такая же повышающаяся поддержка, как бы мы подбиваемся к пробитию, да, из этого треугольника, но что, если произойдет все-таки капитуляция, мы упадем по эфиру куда-нибудь на 1500, там все поймут, что рынок медвежий, зашортят, и потом только мы пойдем наверх. То есть о чем речь, что сбор ликвидности перед продолжением буллрана никто не отменял. И да, уже эфир, можем сказать, достаточно скорректировался, да, на 54%, но, может быть, и не факт. Вот здесь, кстати, он корректировался как раз на те же, ну, на 60 с чем-то. В общем, ребята, я говорю о том, что это по-любому бычий рынок, но его не разломает даже вот такая вот коррекция, понимаете? И по битку в таком случае мы тоже можем сильно дипануть. И тут, ребятушки, никто не знает. И про остальные альткоины мы поговорим обязательно в следующем выпуске, на следующем стриме. Такие как Dash, которые вообще валяются просто на под дном своим уже, под третьим, да? Но тем не менее, у Dash, кстати, обратите внимание, на двух недельках красный money flow заканчивается. У него медвежий рынок только-только заканчивается. Именно поэтому мне и нравится аккумулировать Dash в долгосрок, ребята, в долгосрок. Конечно же, я думал, что он вот тут выстрелит быстрее, но как бы он тут и так на 10 иксов сходил, и все еще находится выше, чем он был на коронадампе, то есть
Ой, ну ладно, не будем о грустном. Дэш, кто-то сегодня скидывал скрин CoinMarketCap 2000 какого-то хер знает какого года. Давайте посмотрим снапшот. Скажем, вот, середина мая 2017 года. Вы посмотрите, дичь какая. Дэш стоил столько же, сколько сейчас. При том, что эфир стоил $90, то есть столько же, сколько Dash. Litecoin $28, биток 1800, Ripple 22 цента. Эфир Classic $6. Вы понимаете вообще, Dash стоил столько же, сколько сейчас. То есть для кого-то это признак скама и того, что это мертвая монета, а для кого-то это, извините меня, точка входа заходная, такая, как сейчас в биток по 2000 зайти или в эфир по 90. Надо понимать это просто, ребята, Dash стоил один эфир. И если вы долгосрочный спекулянт, ходлер, верящий в крипту человек, то для вас это идеальная точка входа в Dash, если вы верите в продолжение, в судьбу Dash, да? Если же вы краткосрочный медведь, спекулянт, ну шортите это на свой страх и риск, если хотите. Вдруг он упадет на 50, я не знаю. Вот, так что вот такие мысли на самом деле по глобально, по битку и по эфиру, по альткоинам потом посмотрим. По эфир классику еще, вон эфир классик, посмотрите как пошел, тоже он валялся внизу никому не нужный, но он же пошел. И я не думаю, что это завершение его импульса. Тем более, кстати, сейчас NFT-шки на нем запускаются вовсю. Знаете такую тему? NFT на эфир классике. Board Apes, обезьянки, комиксы минтятся сейчас. Я, кстати, наминтил себе 10 этих комиксов. И обезьянки вот такие вот прикольные. Но в чем суть этих NFT? В том, что они ничем не хуже, чем те, которые на эфире обычном, который на самом деле является форком. Но они при этом еще копеечные в комиссиях. То есть если вы пользуете эфир классик, то вы платите комиссии там меньше доллара, какие-то центы. Вот давайте посмотрим для прикола, какие есть обезьянки. Вот они выставлены, в принципе, по 3, по 4 эфир классика, но дорогущие вот выставляют по 15 миллионов ETC, ну это прикалывается, ребята. Но тем не менее, и по 100 тысяч ETC тут есть разные всякие, по 70 тысяч ETC, и торги ими уже запущены. Можно у них наминтить комиксы, потом их тоже на рынке продавать. Вот, я наминтил 10 комиксов, ребята, скоро их выставлю на продажу, но комиксы мне нафиг не нужны, а еще есть вот такая обезьянка, я пока думаю, что с ней делать. Выставлю, может быть, тоже на продажу за какую-нибудь нереальную цифру. Мало ли кто купит. В общем, прикольный сайт. Это я к тому, что ETC развивается как сеть, и ее можно легко добавить в MetaMask. Если вы не в курсе, вот я делал твит, как добавить эфир классик в сеть в MetaMask. Ну, собственно, ребят, сейчас любую сеть добавить в MetaMask, это как два пальца об асфальт. Я вчера добавил сеть Avalanche в MetaMask, чтобы получить там тоже кое-какие новые токены. Короче, смотрите, чуваки, ETC реально это убийца эфира, потому что это и есть настоящий эфир. Понимаете, в чем разница между эфиром, который мы сейчас торгуем за $3000, и эфиром классиком? В том, что эфир — это подделка, а классик — это настоящий эфир. Просто погуглите, если вы этого не знаете. Вот, поэтому я верю, что он еще вырастет, несмотря на то, что он уже помпанул довольно-таки знатно. Это мы смотрим график с Полоникса, а с Binance вот мы видим всю реальную картину. Он уже взлетал на 3000%, да даже больше там на самом деле снизов. Поэтому да, где он найдет поддержку, я не знаю, может быть он еще сейчас дампанет так же вот по той аналогии, что я вам показывал на обычном эфире, может быть он сейчас сходит за ликвидностью и потом начнется нереальный туземун. Вот что я ожидаю сейчас в целом по всему рынку, как я вам и сказал, индекс доллара ожидают тузодно. Насчет фонды не уверен. Я думаю, что фонда тоже может палиться в медвежий рынок. Сейчас, конечно, мы увидим, скорее всего, локальный отскок и по S&P, и по NASDAQ в какой-то момент. Но в целом, похоже, что фонда как раз смотрит в медвежий рынок. И все ждут корреляции ее с криптой. Я думаю, что будет декорреляция, чуваки, с криптой. Потому что у крипты был медвежьих рынка уже 3, можно сказать, там, или 2,5. И крипта падала недавно на 50-70%, фонда перла наверх. Поэтому корреляция относительная. А вот золото, ребята, просто, ну, обречено на тузамун, потому что это золото. Это вам не говно на палке какое-то, это настоящий актив, который, ну, это дефицитный актив, и жесткая инфляция просто еще не сказана в цене ни разу. Она должна сказаться в цене, и это у нас вот с вами чашка с ручкой маленькая, внутри большой чашки с ручкой. Короче, это дважды бычий паттерн. Поэтому по золоту тоже я делал пост в телеге, что золото отскочило от 78-й фибы, и собираюсь взять небольшой лонг на Фемиксе. Ссылку на Фемикс тоже найдете в описании. Я пока не брал там этот лонг. У меня здесь пока биток и дэш болтаются в небольшом объеме. Но я думаю, что я возьму. Сейчас посмотрю на ситуацию и буду брать лонг по золоту. На Кукоине у меня лонг по дэшу открыт. 700 монет. Пока только-только выхожу из безубытка. High risk, изолированная маржа. Седьмое плечо, дисклеймер. Не повторять этот трюк дома. Но зашел, верю.
Верю в To The Moon, друзья. Кстати говоря, на Bybit у половины... Напишите, у вас пропал на Bybit со спота Dash или нет. Половина людей жалуются, что у них пропал. У меня вот он, как видите, есть. И у доброй половины, как я понимаю, есть. Но у кого-то пропал, поддержка что-то непонятное морозит. И я подозреваю, что это бычий знак, потому что у них просто тупо Dash на вывод закончился. Но прикиньте, сейчас все хотят купить Dash по 80, по 90 и вывести на холодный. А Dash-то нету. Вы же понимаете, что монет в обращении... Сгулькин нос. Меньше, чем биточков наших любимых. В общем, вот такие вот дела. На Байбите вот тоже держу небольшие сделочки, плюс-минус без убытки. Не верю, короче, я, ребят, что мы будем безоткатно литься. Я верю, что это очень сильный уровень. Вот, я вижу здесь плотность покупателя. Вижу вот такие плиты. Вижу стакан очень бычий. Посмотрите просто на стакан. Это агрегация стаканов со всех крупных спотовых бирж. Но тут реально есть покупатель и нет продавца. То есть о чем это нам говорит, что цену легко давить наверх, и именно рыночный покупатель тоже заинтересован в покупках. И это вопрос времени просто, когда мы начнем видеть массивные шорт-сквизы и полетим наверх. Поэтому, собственно, на Фемиксе сегодня вот такой прогноз нарисовал. Гигантский падающий клин с выходом на вершину клина. Это 48 тысяч по битку. Дисклеймер, друзья мои, не финансовый совет. Все ссылки в описании. С вами был Гринни, это канал Crypto Commons. Спасибо, что смотрите. Сори, что не выходил некоторое время в эфир, были технические лаги. Буду исправляться. Завтра с вами увидимся. Всем профитроли, пока.